Об этих и других новостях более подробно. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомился с планом развития столицы. Аким города Бахт-Султанов проинформировал Елбаса о мероприятиях, направленных на благоустройство города. Елбаса отметил необходимость формирования благоприятной среды для жителей столицы. Кроме того, первый президент подчеркнул, что строительство в Нур-Султане должно осуществляться, исходя из мирового опыта и современных трендов. Особое внимание должно быть уделено таким актуальным моментам, как снижение заторов на улицах города, безопасности пешеходов, развитие ботанического сада и решение экологических проблем. На особом контроле газоснабжения в этом году все средства выделены. Мы подключаем ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. Тот газ к концу года подходит? На ТЭЦ-2. Чтобы не было эффекта сухой трубы, то есть придет магистраль. Главное, почему я это затеял, из-за того, что удивительно смог в Астане. Надо газ-дэ бастап электростанция на дайн-дэ бастап. И самострой весь на газ перевести.